Нормально? Да очень холодно. Очень холодно. Очень. Нереально. 장난 아닙니다. 와. Привет всем, привет. Привет. Вы знаете, сейчас мы куда идем? Мы на крещение. Сегодня 18 на 19. А, да, в 12 часов начинается крещение. Люди на парке, ну типа, купаются, да? Да, или... и ты хитрый хангок, чтобы получить подписки, тоже пошел купаться. Нет, это я трезвый. Ну короче, я живу сейчас в России 3-4 года, я ни разу не видел даже крещение. Разуме поем день, и свет твой, Господи, знамя на всем нас. Ну, сегодня я решил попробовать с друзьями. Вот, сейчас мы идем на парке. Ну, кстати, ребята, Антонио говорит, крещение на самом деле очень опасно. Очень. Можно умереть. Да, потому что может, если шоковое состояние будет у организма от резкого перепада температуры, ну, может и остановка сердца произойти. О. Сейчас мы идем всего лишь минус один. Плюс один. Но... Да. А, плюс один. Класс. Плюс один. А так, обычно крещенские морозы может быть минус 20, минус 28. Многие люди за пару месяцев начинают готовиться. Многие ходят на консультацию к кардиологу, есть проблемы с сердцем. Консультацию к врачу. Да? Да, да, да. Ну, короче, это крещение в России самый главный важный праздник, да? Ну, один из главных у христиан. Да. Видите, какая большая организация. Очень сильная поддержка со стороны государства. Такого мероприятия, чтобы все было под контролем. И чтобы люди не умерли. Чтобы люди не умерли, чтобы не было пьяных людей. Да, ну это очень важно. Чтобы никто пьяный не прыгнул в прорубь и не умер там. Кстати, если ты выпил, то нельзя в прорубь. А это кто проверяет? Это никто не проверяет, тебе будет плохо. Это твои проблемы. Да, это твои проблемы. Как сказал. Что, это очередь? Очередь какая длинная. Очень большая. Сейчас посмотрю. В смысле? Завтра, блин, я на работу. 8 часов. А сколько там очередь? Не знаю, очень длинная. Жури, 장난 아닙니다, 지금. Это сумасшедшая очередь, даже не видно, где конец, не вон видно. Вон там конец. Где? Вон там конец. Конец не видно. А мы боялись, что никого не будет. Он же хотел людей. Вот тебе люди. Какое у тебя сейчас впечатление? У меня такое впечатление, думаю, зачем я сегодня взял трубку, когда ты позвонил? Сейчас время... 12시가 넘었는데 줄이 아직도 끝나지가 않습니다. 이거 줄이 끝이 어딘지 보이지도 않아요. 내일 아침 8시까지 저는 일을 나가야 되는데 갈 수 있을지 걱정이 됩니다. Мы не выстоим. Мы пойдем домой. 눈이 갑자기 엄청 오고 있습니다. Хэштег дня. Испытание верой. 아, 그래. 아, 이 카메라에는 잘 안 보이는데 지금 눈이 많이 오고 있어요. 빨리 루키 됐어. Фоти, фоти. Настя, иди ты. О, нормально. Я пришел в нас один стал. Нормально? Очень холодно. Очень холодно. Давай сейчас.
С этой стороны. Мишка. Сейчас я снова их видит, я зайду. Обувь! Да! Яйца замерзли! Подожди, вытирайте! Тебе всё землё, весь труд на твои утру. Я чуть не потеряю сознание! Господа крестя!진짜 장난 아닙니다. 와, 물에 들어가서 진짜 의식을 잃을 뻔했어요. 와, 지금 추워서 말도 잘 안 나오는데 이거를 매년 하는 사람들이 있을 건데 정말 대단합니다. 와, 이게 근데 이렇게 찬물로 냉수 마찰 같이 하는 거를 이게 되게 건강에 좋다고 하는데 전 잘 모르겠어요. 와, 진짜 일단은 지금 추우니까 빨리 차로 좀 가도록 하겠습니다. Как ты думаешь, это надо, да? Я никогда в жизни это не повторю, правда. Вот я попробовал, и... Я даже не буду. Это действительно, ну, это нужно для себя лично обосновать, почему ты это делаешь. Я вот попробовал, я не знаю обоснования. Вера точно не истязание себя холодом. Потому что когда я вышел, я реально думал, что я сейчас обморок потеряю. В обморок да? попаду. Да. Я вышел, все, я вот так плыву, я потерял тапки. Тапки плавают. Там уже да? другой человек. С вас также. Так что это вообще супер экстрим. Мне очень холодно, я не чувствую пальцев ног. Да, правда, я чуть не упал в обморок. Да, ты чувствовал? Да. А ты перед тем, как войти, у тебя руки вот так вот. Ни о чем не думаю. Просто это невозможно о чем-то думать. Как ты думаешь, Даша, ты когда-нибудь попробуешь? Нет. Нет? Почему? Я не могу себя даже заставить принимать холодный душ. Он тоже полезен для здоровья. Ты же русская. Знаете, я раньше... Я не люблю зиму. Я русская, я родилась зимой, но я не люблю зиму.